Добрый день, Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Посмотрите, какая красота. Прошло 2 недели после того, как мы постелили газон, рулонный газон стелили. И смотрите, какая травка вся зелененькая, зеленая, мягкая. Мы ждем период, когда будем производить первую подстрижку. Здесь со всех сторон. Какая красота! Очень приятно, когда видишь результаты своего труда. Я думаю, что на ваших участках происходит все то же самое. Напишите в комментариях. Еще хочу обратить ваше внимание. Посмотрите, пожалуйста, вот эти вот швы, которые были заметны, когда мы укладывали, они все равно есть. Газон, когда вы укладываете, не в нахлест, а стык в стык укладываем. И вот сейчас 2 недели прошло, не видно ни швов, то есть он настолько хорошо схватился, хорошо пророс. То есть вот эти вот даже мелкие швы, которые первоначально были видны, сейчас их не видно. Все ровно, аккуратно, но мы даже не подсыпали землю вот там, где были небольшие швы. То есть он сам очень хорошо и активно заровнял вот эти вот первоначальные стыки, которые идут у газона. Нам всем очень нравится результат, и зелень вообще, она всегда радует глаз. Побольше покажу саму территорию, как зазеленел газон. Сейчас примерно сама травка где-то местами, там, где под деревьями, под самими, не так сильно жарко в течение дня, она немножко больше поднялась, где-то сантиметра 4, около 5 сантиметров уже. Здесь еще маленькая, но такая зелененькая, приятная. Такой коврик очень-очень красивый, зеленый, ровный. Деревья, которые растут у вас на участке, они скидывают листву. И это... Вот смотрите, какая красота. Весь газон. К счастью, все растет, все прекрасно себя чувствует. И мы этому несказанно рады. И мы, и заказчики. Сначала вы делаете все работы, которые идут до укладки газона, а затем уже заказываете газон. Пусть у вас там сколько-то день будет накладка, но не будет газон лежать в рулонах, либо его нужно раскатать в тени и проливать, чтобы он не испортился. Вот такая красота, чистота. И помните, какая была до. Бонсай как выглядит. Зазеленел уже. Миртовое дерево, оно очень хорошо поддается бонсаю. Здесь, видите, сразу же. Стоит только поливать, заботу свою проявить о растении. И оно сразу же благодарно выпускает новые листочки, радует вас зеленью, красотой. То есть тут надо уже скоро будет опять формировать, поддерживать форму. Хочу провести опрос среди моих подписчиков. Кому нравится посевной газон, а кому рулонный? Напишите под видео. Желаю вам, вне зависимости от того, какой предпочитаете вы газон, рулонный или посевной, желаю вам красивых зеленых газонов. И пока-пока! До новых встреч!